коротенький. Длинных в комплекте всего лишь 4 штуки. Здесь получается, когда вы подготавливаете проем, у вас пластина, ну проем по размеру вы подготавливаете, да, и передушная пластина непосредственно, она должна находиться на уровне стропинки. И этими длинными саморезами получается, мы крепим непосредственно окошко, уже дотягивать до стропинки, до самой стропинной начинки. Вот, чтобы было жестко. Мелкие саморезики у нас получается идет фиксация стандартная.